אבינו שבשמיים, אני מתפלל שאתה תברך אותנו היום. Отец наш Небесный, я прошу, чтобы ты благословил нас сегодня. Дай нам Святого Духа. Амин. Бог дал свое слово для того, чтобы устроить нас. Иногда мы слышим и не понимаем. Иногда мы получаем какие-то намеки и мысли. Иногда это как тайна открывается нам. И делает в нас великие вещи. Очень важно всегда находиться в ожидании. Как написано о тех, кто выходит из Египта, увел там мишам. Как написано про тех, которые вышли из Египта, Бог вывел их оттуда. Авальгам амо неймарках, что беколь дор Элохим муциотану ми эрец Мицраим. Но также написано, что в каждом поколении Бог выводит из Египта. И сегодня мы поговорим про базовые вещи. Ватем зохрим ани айти лифней несия ларцот абрит ивал. Дебарти аль сидра месефер Шмуэль. И вы помните, что перед тем, как я поехал в Соединенные Штаты, я говорил серию проповедей из книги Царств. И мы также продолжим эту серию, но сейчас, после Пурима, перед Песахом, я хотел поговорить на другие темы. Я буду читать на русском для того, чтобы сократить время, но вы открываете Библии на своих языках, если не понимаете русский. Перек Алиф, первая глава Бытия. Псуким 27 и 28. Бытие, первая глава. 27 и 28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И создал человек, я читаю дальше, со второй главы, и это седьмой стих, а потом с восемнадцатого. Вторая глава Бытия, седьмой стих. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». С 18 стиха. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Я пропускаю про скотов и про всяких птиц. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться на иврите Иша Кеми Иш, потому что от мужа, от Иш взято». Только на иврите есть вот это вот совпадение. Жена-муж на русском вообще как бы звучит, а там Иш Вейша, Машу Бияхат. «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, и были оба наги, Адам и Хава, и не стыдились». Есть кама драхим ли истакель аль шнея сипурим, мебрешит алеф, есть два способа посмотреть на эти рассказы с Бытия, первая глава и вторая. Эхад миа драхим умер каха, бабрешит алеф, катув макрокосмос, эх Элохим боре хаколь. В первой главе Бытия написано про макрокосмос, как Бог творит все. Аваль ба перек бет, шам килу им схухит магделет у микаревет айниян, а во второй главе, как будто он через увеличительное стекло нам показывает, как он сотворил Адама и Еву. Наверное, вы слышали про это. Кто слышал? Никто?
Есть второй способ, как посмотреть на этот рассказ. Первая глава говорит о чем-то совершенном. А вторая глава говорит о сотворении Адама и Евы. И они все еще несовершенны и должны прийти к совершенству, которое описывается в первой главе. Каждый выбирает точку зрения, и это не так важно. Иногда я больше склоняюсь к первой точке зрения, иногда ко второй. У меня тоже это по-разному. Но сегодня я хочу поговорить про первую главу, про очень простые слова. И вот в 28 стихе написано: И сказал им Бог: плодитесь и размножайте, и наполняйте землю, и владычествуйте над птицами небесными, и над рыбами морскими, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И здесь я хочу 4 слова выделить из этого стиха. Во-первых, благословил их. Он благословил. Потом мы поговорим про то, что значит плодитесь и размножайтесь. И наполняйте землю. И обладайте ею. Да, обладайте ею. Мы будем говорить про эти 4 слова. Потому что для нас это очень важно, как для семей. И я знаю, что есть много очень молодых людей, потому что и те, которые более зрелые, должны понять призвание. Но самое главное, это для молодых людей понять, что с самого начала Бог сотворил и приготовил для них. Мила выбирех. И слово благословил. А мессер шли айом мёд мёд пшута. Моя проповедь сегодня очень простая. Аваль еш кох бадварим пшутим. Но в простых вещах есть иногда большая сила. Бирех. Умрим, что хамила зоти ба мимила берех. Слово благословил, опять-таки, только на иврите это имеет смысл и переводит созвучно со словом колено. Ве умрим, что мише коре берех, офех льет анав. Написано, что тот, кто преклоняет колено, он становится смиренным. Ве аз браха мишамай маги элав. И тогда благословение с небес приходит к нему. Очень просто. Если ты гордишься тут и там, кто знает, что такое гордиться? Вдруг у тебя какой-то вирус к тебе зашел в голову, и ты думаешь, какой я важный человек стал. Это называется гордиться. Будь уверен тогда, что скоро, если ты сын Божий или дочь Божья, если ты не принадлежишь Богу, тогда может с тобой ничего не случиться. Но если ты принадлежишь Богу, то скоро ты подвергнешься коррекции. Штраф какой-нибудь получишь или оценку плохую, ну, в общем, что-то будет. И скажешь: Господи, спасибо, что взял деньгами.
Я могу сказать, что когда Бог берет деньгами, это намного легче, чем чем-то другим, болезнью или чем-то еще. Берех, о браха, замимила кашур льет анав. Поэтому берех, браха, колено, благословение – это слова, которые связаны, когда ты смиренный, ты получаешь благословение. Аз гам бамила браха, шам бифним, нистар от давар, ха коррекция, а не дрешет. И в слове благословения есть еще один смысл – необходимое исправление. Когда мы говорим про благословение, это не всегда бабочки, когда ты лежишь на облачке и тебе вкусно пахнет вокруг. Иногда благословение, это иногда ты получаешь пощечину с небес, но она тебя пробуждает. Поэтому Шауль пишет в послании к Ефесянам: «Проснись, спящий». Из-за того, что он жил в Израиле, а не в России, он не добавил еще одно слово. А то замерзнешь. А, не спи, а то замерзнешь. Не гордись, потому что Бог тебя быстро пробудит. Браха. זה כמו כוח שמביא אותך לכיוון הנכון. Благословение – это сила, которая направляет тебя в правильное направление. ובעצם, כשאנחנו מסכימים, אבא, אני רוצה להיות בן שלך, תעזור לי, אנחנו מסכימים. И если мы соглашаемся быть последователями, сыновьями, дочерьми Божьими, то мы соглашаемся с тем, что Он направляет нас в правильном направлении. И вот слово «плодитесь и размножайтесь». Он говорит эти слова для семьи. И опять-таки игра слов только на иврите. В слове «пру» «плодитесь» есть... А нет, на русском тоже. Есть слово «плод». «Плод» — «плодитесь». אבל זה די שונה, כי אותה מילה הייתה נאמרת גם לחיות. Но это оно имеет немножко другой смысл, когда это было сказано также и животным, которых сотворил Бог. Потому что только у людей есть образ и подобие Бога. וזה די הרבה אחריות לעזור לילד שנולד ממך גם להיות שהוא ידע, שהוא יהיה מודע על אחריות לשפר, לפתח דמות וצלם של אלוהים. И это огромная ответственность, которая лежит на родителей, когда вы принесли детей в этот мир, дать им, также передать им эту ответственность быть образом и подобием Бога. בתפילה מאוד מפורסמת שמע ישראל אדוני אלוהינו. В очень известной, самой главной еврейской молитве «Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог един есть». «Неймар ше ветиламетет бен шелха, базман ше ата кам, ва ата олех лишон, ба алиха, ата миламед ото». В продолжении этой молитвы также говорится: «И научи своего сына, когда ты встаешь, когда ты ложишься, когда ты идешь своей дорогой». «Ваахраюта зе халя ла урим». И эта ответственность лежит на родителях. ואני פשוט רוצה להגיד, אם אתם לא משקיעים בזה. Я могу сказать вам, если вы не вкладываете в это, тогда ваши дети ничего не будут знать. И я не говорю про то, что говорить только про Бога. Нам нужно с нашими детьми разговаривать про все аспекты нашей жизни. Потому что плодитесь и размножайте, иметь в себе динамику, когда ты продолжаешь идти вперед.
В послании к Ефесянам Шауль также говорит что-то интересное. Если вы помните, в пятой главе послания к Ефесянам Шауль говорит про отношения между мужем и женой, что муж должен любить свою жену, что жена должна почитать своего мужа, что родители должны быть, дети должны быть послушны родителям и так далее. И после Шауль пошут кошер это и милами от музара, умер, хасода зе гадоль, зе бидюк макрин, осе рефлекция аль кигила валь Иешуа. А потом Павел добавляет, я, это тайна, я говорю по отношению к Машеху и к общине. Ве бетох мишпаха. И потом в семье происходит все. Но также нужно уметь покаяться и откорректировать себя. И также показать детям пример. Потому что если ты живешь не святой, не чистой жизнью, то тогда другие, может быть, другие люди ничего и не увидят. Но те, которые в твоей семье, они увидят все. И когда они придут к осознанному возрасту, тогда они скажут, ну, эта вера немножечко проблематичная. И мы видим этот эффект, что есть и мы видим очень много верующих семей, когда дети, к сожалению, когда вырастают, то оставляют веру. И я не говорю про суперрелигиозность, что нужно только день и ночь молиться. Я вообще не верю в то, что такое повеление существует. Есть жизнь, когда ты живешь с Богом. И иногда в этой жизни с Богом ты, да, совершаешь ошибки. Скажите, здесь есть мама и папа, которые никогда не совершили ошибки? Такого просто не бывает. Но когда ты просишь прощения, и ты пытаешься изменить вещи, тогда в этом есть что-то хорошее. Отношения между мужчиной и женщиной. Яхас бен бааль ва иша. Отношения между мужем и женой. Ани квар дибарти аль зе кама паамим аваль ба сефер Хошея. Я уже говорил много раз об этом в книге пророка Исаии. Меод, меод машмаутиот бишвили. Для меня есть очень значимые слова. Атем юдим, Элохим ихнис ле яхас бен адам ва хава гармония. Бог дал в отношении Адама и Евы гармонию. Но где-то к седьмому поколению все испортилось. Мы читаем про Ламеха, который уже взял двух жен, а потом были те, которые брали и больше. Но пророк Исаия потом на определенном этапе своей жизни дает пророчество, я хочу его прочитать. И до того, как я прочитаю это пророчество, помните то благословение, когда мы провозглашаем каждый раз, когда возвращаем свитки в Варона Кодыш. Хашивейну венашува. Обрати нас и обратимся. Такшиву. Тахзир отану лемакор. Послушайте, мы говорим, верни нас к источнику, и мы сможем обратиться. Осия, вторая глава. Вани куре псуким 14, 15, 16. И я прочитаю 14, 15, 16 стихи. Поэтому вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградник ее и долину Ахор,
Мила ахор берусит бахазара, не ахзиру так. Слово ахор в переводе с иврита на русский, я верну ее. В долину Ахор, в преддверии надежды, и будет она петь там, как в дни юности своей, как день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня Ищи, вы не будешь более звать меня Баали. Ба иврите нахну юдим мила Бааль. На иврите мы знаем, что слово, как переводится муж, это господин. Бааль, кило, они Бааль. Господин. Они Бааль. Нина. Я господин. Нина, Анибаль. Аваль кан мидубар. Но здесь говорится, что тавсик лагид мила Баали хозяин. Что ты не будешь называть меня больше мой хозяин. Эле тагид Ищи. Но будешь говорить мой муж. Иш ва Иша. Ше мидубар аль гармония, аль хибур. Когда говорится про гармонию и про связь. Я очень верю, что Святой Дух действует в семьях, если наши семьи открыты. Для того, чтобы выстроить гармонию между мужем и женой. А зе квар макрин. Гармония в изуна ля еладим. И тогда уже это просто отражается в гармонии на наших детях. Вы знаете, что от того, что написано «почитай отца своего и мать свою», иногда неправильно переводят. Пирушка укази. И иногда здесь такое кавказское толкование приводит. Ки аба ве има бней шмоним, ве еладим бней хамишим, адайн тицаетли, елед. Например, мама с папой, им лет по 80, а детям, которым уже по 60-50, и все еще они требуют им подчинения и повиновения. Не про это говорится в священных писаниях. Естественно, что до тех пор, пока мама с папой оплачивают счета своих детей, а дети все еще не вступили в брак и живут в доме мамы и папы, то, естественно, есть требования повиноваться основам и законам этого дома. Но если ребенок говорит, но все мои друзья возвращаются домой в 3 утра, лучше они пусть свой рот не открывают и такое не говорят. Потому что у нас идут в 11:30 спать. Это зависит от папы и мамы. Если ребенок говорит, я не хочу со своей семьей идти в общину, потому что мне уже 18 лет, а затем я хочу им лагит, ло, анахну мишпаха, маминим, анахну баим лекиила. Тогда вы можете спокойно сказать, нет, мы верующая семья, и мы все идем в общину. Авал кшата титхатен. Но когда ты женишься, ата тишалем аля кола тишлумим шелха беацмеха. И когда будешь все свои счета оплачивать сам, аз рак кабедути. Тогда ты меня только уважай. Ватаасе маша та маргиш. И делай то, что ты чувствуешь. А вот и маот. Мамы и папы. И ладим. Дети. Тен ли это телефон шелха? Дай ко мне телефон сюда. Они руцела агичи за охрают шелану в за околь калюль. Я хочу сказать, что это моя ответственность. Вопру и рву. Все это связано с плодитесь и размножайтесь. Вы улай кама мимхем хошвим аль зе шесе цхок. И может быть некоторые думают, что это смешно. А валя харе анахну мишалмим это... Тишлум гавуа мидай. Но потом мы можем заплатить слишком высокую цену. Милу это арец. Наполняйте землю. Тимидим бамила милу это арец маргишим динамика. В слове наполняйте землю чувствуется динамика. Безман, безмано. В свое время.
זה היה מאוד נהוג שבן הולך בעקבות של אבא שלו, נגיד יש להם עסק משפחתי, אז הם נכנסים לשם. Очень было распространено, что отец идет, сын идет профессиональным путем своего отца. Если, допустим, у них есть семейный бизнес, то сын его продолжает. וזה לא תמיד היה בגלל הכסף, מה שעכשיו מכניסים לנו בכל פינה. И это не всегда было ради денег, как сейчас деньги стали просто самым большим приоритетом. עכשיו ילד רואה, о, זה יש לו, יאיר, как называется эта машина, гелик? יש לו гелик, לבלוגר הזה יש гелик, אז אני אהיה блогер. Сейчас, например, кто-то говорит, у этого блогера есть, как? Гелик, я не знаю, что гелик. Это гелик. И тогда что я... Что такое гелик? А, Гелендваген. А ты знаешь? В Алмате, конечно, все. Вся Алмата Гелендваген. Да, и тогда я буду блогером. А ты медим, это кивун шата бухер. То направление, которое ты выбираешь, זלו תמיד בגלל כסף. Не всегда из-за денег. ואתה צריך להסביר לילדים שלך, שגם צריך ליהנות מהחיים. Нужно еще объяснить своим детям, что тебе нужно наслаждаться жизнью. ואם אתה עושה איזשהו עבודה, וזה רוב החיים שלך, אתה צריך להיות מרוצה ממה שאתה רוצה, זה לא רק כסף. И если ты делаешь работу, которая занимает большую часть твоей жизни, то нужно еще от нее получать удовольствие, не только деньги. וכשאלוהים אומר מילו את הארץ, אז אתה רואה לפניך כיוון. И когда Бог говорит «наполняйте землю», тогда ты видишь перед собой направление. Очень много популярно в последнее время стало слушать таких коучей, которые объясняют, как быть успешными в жизни. Мы шама коуч. Кто слышал коуч? Коуч. Кто слышал? Эзи мила това. Коуч. Классное слово такое. Тренер, коуч. А ты мне дим, коуч зе тов. Коуч это хорошо. Аваль ула ютер тов, лавин это крия шелха. Но может быть важнее понять свое призвание. לאיפה אלוהים מושך אותך? Куда Бог ведет тебя? כי עכשיו בגלל הכמות הקואוצ'ים שקופצים פה בטיק טוק ואומרים תבוא אחריי ואני אסביר לך, אתה כבר מבולבל ואתה לא יודע לאיזה כיוון ללכת בכלל. Потому что сейчас развелось столько коучей, которые наполнили весь тик ток, что когда ты открываешь, ты уже не знаешь, за кем из них нужно следовать. כסף זה לא דבר קטן בחיינו. Деньги это не маловажная часть жизни. זה מאוד חשוב, כתוב על הכל משלם כסף. Деньги очень важны в нашей жизни, написано, что за все платит серебро. אבל לא להשתגע. Но с ума сходить по этому поводу не нужно. כי יש לנו אבא גדול, ששומר עלינו. Великий отец, который хранит нас. ומי יש, כמה אנשים פה יכולים להרים יד ולהגיד, אני מרגיש, איך אלוהים ככה או אחרת דואג עבור הפרנסה שלי. И кто может поднять руку и сказать, что я чувствую, что Бог всегда каким-то образом все устраивал в плане заработка в моей жизни? יש מישהו יכול? רק ארבעה אנשים? Только четыре человека могут сказать. יש יותר. יופי. אז אתם מבינים, לא הכל בכסף. Не все это деньги. החבר שלי פעם אמר אלה שיש להם הרבה כסף, יש להם הרבה כאבי ראש. Один раз мой друг сказал, что у кого большие деньги, у того большая головная боль. אז לא כל אחד בנוי לזה. Не каждый даже призван к этому. אז תודה לך, אדון, שאתה נותן לי מספיק וקצת יותר ממספיק. Я благодарю тебя, Господь, что у меня есть достаточно и немножко больше. ומילה נוספת מהפסוקים של היום. Дополнительное слово. וכיוושו. Обладайте землей, завоюйте ее. А тем юдим маш меаньен, кше им атем истаклим паршанут шел хазаль. Если вы смотрите толкование хазаля, аз кевушу обладайте, то обладайте. Им ле умрим кевушу бе адама, кевуш ше гевер икбошет иша. Они не имеют в виду землю, они имеют в виду, что мужчина должен завладеть женщиной. ואני חושב שאלה שמדי פעם קוראים פרשנות של חז"ל צריכים להיות די
Зирим. И те, которые иногда читают толкование Хазаля, должны опасаться. Килифамим Хазаль махнис пируш шематим лаэм. Потому что иногда Хазаль толкует подходящим им способом. Ки еш квуца мисуемет, они мидабер акшав аль эйзишу тнуот ба... Ягадут ортодоксии. Есть определенные группы, я сейчас говорю про движение в ортодоксальном иудаизме. Шелифамим шам вепо метергимим о мазбирим пасук эхше матим леавана шилаем. Которые объясняют места писания так, как подходит их пониманию. Везело нахон. Это неправильно. Они тен лехем дугма эх мишаним это... Машмаут леман матара. Я дам вам пример, как изменяют смысл ради определенной цели. Басефер Шимот, ба пасук 24, ба пасук 3. В книге Исход 24, в стихе 3. Написано: «И пришел Моше, и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем». Есть часто курсивом дописано «и будем послушны». Мишама это битуя зе баеврит на асе венишма. Кто слышал на иврите выражение на асе венишма? Сделаем и будем послушны. Килу, блифнейши анахну мавиним машу. До того, как мы что-то понимаем, им зе неймар аль яде Элохим, если это было произнесено Богом, аз анахну натхил ласот ахарей нишма, навин эдзе. Мы сначала уже начнем делать, только потом поймем для чего. Веба ягадут аортодокси, и в ортодоксальном иудаизме, зе ихад мя икронот, это один из принципов. Таасе маше Элохим амар. Во-первых, делай, начни делать, что Бог сказал. Ахарей тавин. А только потом поймешь. Им тиргум ютер пашут. Таасе маше манхиг амар. Ахарей тавин. Если мы переведем на современный язык, то делай то, что говорит твой рав, а потом поймешь. Аз раби амар леха, аль тишаль шейлот, кодем таасе. Рав тебе сказал, поэтому вопросов задавать не надо, сначала делай. Аваль. Но это написано в Танахе Масорецком. Но есть более древние писания. Септуагинта о Шамруни. Септуагинта или самаритянские свитки. Видюко то давар катувахер. И там написано это в другом порядке. Ве аналоам нишма венаасе. То народ ответил: мы услышим и сделаем. О ютер нахон ласбир. אנחנו ננסה להבין את זה, ואז נעשה. И если объяснить более правильно, то мы попытаемся понять, а потом сделаем. זה טבע שלנו. Это наша природа. אנחנו לא טוקי. Мы не попугаи. ואנחנו לא роботים. И мы не роботы. וכשאלוהים נותן לנו משהו לעשות, אנחנו רוצים להבין מה אנחנו נעשה. И когда нам Бог говорит что-то сделать, мы пытаемся понять почему. ופעמים רבות בכתבי קודש משה שואל. И часто в священных писаниях Моисей спрашивает, как это сделать. Лама. Зачем? Ве-ине ли дугма эмаю шолим шейла мазот Тора. И они задавали вопрос такой, что означает закон. Ве-моше онелем. И тогда Моше отвечает. Зе катув ба сефер дварим, они пашут куре кама псуким. Написано во второзаконии, я просто прочитаю. Заповедь, которую я даю тебе сегодня, не недоступна для тебя. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы и снял ее оттуда. Она не за морем, но она весьма близко к тебе, слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ты исполнял его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Помидубар Элохим нотен лану машу. Бог нам дает что-то. Вемеод меод хашув лавин эдзе. И очень важно понять это. Анахну ле роботим башум маком. Мы не роботы ни в каком случае. Веу ле дуреш митану ютер ашер анахну яхолим ликабель велавин. И он не дает нам больше, чем мы пытаемся принять и понять. Веаз бамикре азе коль маша анахну осим беэмуна.
И поэтому в этом случае то, что мы делаем через веру. Есть квуцот, что... אני לא מדבר עכשיו על משיחים, או זה בכל, בכל תנועה יש. В каждом движении есть определенные группы, שאוהבים לעשות מקבוצה זומבי, которые любят из людей делать зомби. כי אז מאוד קל לנהל אותם. Тогда, когда люди становятся зомби, ими очень легко управлять. לכל מטרות. Для любой цели. אבל אלוהים קורא אותנו לחופש, אני מביא אתכם למקום חופשי. Но Бог призывает нас к свободе. Он говорит, я вас призываю к свободе. שאנחנו נעשה כל דבר עם הבנה שרק הוא שופט ואנחנו מנסים לעשות best, הכי טוב. Чтобы мы знали, что он единственный судья, а мы будем стараться изо всех своих сил. וכשיש מילה הזאת כבשו, זה לא קשור שגבר כובש את האישה. И когда написано обладайте, завоюйте, это не значит, что муж, что мужчина завладевает женщиной. Это когда ты объясняешь своим детям, как продвигаться в жизни. להרגיש נוכחות אלוהים? Как чувствовать присутствие Бога? איך לדעת יראת אדוני? Как научиться Божьему страху? איך להבין קול שלו? Как понимать его голос? איך להתייחס בין האנשים? И как относиться друг к другу? ובחיים האלה להשיג מטרות טובות. И достигать хороших целей в этой жизни. עלינו אחריות. На нас лежит ответственность. אמונה ומטרה. לילדים, לנינים שלנו. Передать цель и веру нашим детям и нашим внукам. ואז אנחנו נוכל לפזר ריח ניחוח. И тогда мы сможем распространить это приятное благоухание по всей земле. אני רוצה לסיים עם פסוק מישעיהו 54. Я хочу закончить местом писания из Исаии 45 главы. 54 глава, 2 стих. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои. Ани роце лахель леколь эхад. Я хочу пожелать всем, שאנחנו им авана נעזור לדור הבא להיכנס למקום סמכותי ומבורך. Чтобы мы с пониманием помогли следующему поколению зайти в это благословенное место. ואני מסתכל על ילדים שלנו ועל אלה שגודלים ועדיין קטנים. תודה לאל, הכל בסדר. Я смотрю на наших детей, я говорю, слава Богу, все с ними в порядке. אבל אבות, אמהות, יש עלינו אחריות. Но мамы и папы, помните, что на вас лежит ответственность. בוא נעמוד ונתפלל. Давайте встанем и помолимся. אבא, תחזק אותנו על ידי רוח הקודש. Отец наш, укрепи нас святым духом. ואיפה שאנחנו כושלים, תעזור לנו להשתנות. Где мы не можем, помоги нам измениться. בשם ישוע המשיח. Во имя Иешуа Мессии. Амен. Амен. בוא נעמוד. Встанем. אני רוצה להכריז ברכת הכל. יברכך אדוני וישמירך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום.